Merhaba. Hare Krishna Guru Maharaj. Oh yeah, Madhura, Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Yeah, I hope I should have brought that. Okay, so we're doing Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 7, Text Number 3. Is it right? Yes. Мы читаем Шримад-Бхагаватам, песня вторая, глава седьмая, регулярно приходящие воплощения Господа и их особые миссии. Текст номер три. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскарам нарам чайва наротамам девим сарасватим вьясам тато джаямуддирает настапраешу вабхадрешу нитям бхагавата севая бхагавати. So we're reading Canto 2, Chapter 7, Scheduled Incarnations. Text number three. Читаем Шримад-Бхагаватам, песня вторая, глава седьмая, регулярно приходящие воплощения Господа и их особые миссии, текст третий. Ягне чакарда магрехе двиджа дева хутьям стриби самам навабир атмагатим сваматри уче яятма Самалам гуна сангапанкам асмин видуя капилашья гатим прападе. All right, so you want to read the word meaning? Okay. Пословный перевод. Гуру Махарадж просит прочитать. Так. Джагье родился. Ча также. Кардама у Праджапати по имени Кардама. Грихе в доме. Двиджа о Брахман. Девахутям в лоне Девахути. Стрипи женщинами. Самам сопровождаемый, навабхих – девятью, атмагатим – духовное самосознание, сваматре – своей матери, уче – поведал, яя – которым, атмашамалам – оболочек духовной души, гунасанга – связанных с гунами природы, панкам – грязь, асмин – в этой жизни, видхуя – смыв, Капиласья, Господа Капилы. Гатим, освобождение. Пропеде, получила. Перевод. Затем Господь явился в образе Капилы, сына Брахмана Праджапати Кардамы и его жены Девахути. Вместе с ним пришли девять женщин, его сестер. Он открыл своей матери науку самосознания, и она уже в этой жизни полностью очистилась от скверны материальных гун и достигла освобождения. Пути Капилы. Комментарий. Наставления, данные Господом Капилой своей матери Девахути, полностью изложены в третьей песне Шримад-Бхагаватам, главы с 25 по 32. И всякий, кто следует им, сможет получить освобождение, которое обрела Девахути. Господь поведал Бхагавадгиту Арджуне, который благодаря этому осознал себя. И по сей день каждый, кто следует по стопам Шри Арджуны, обретает то же самое благо. Таково предназначение священных писаний. Глупцы, лишенные разума, выдумывают собственные толкования писаний, вводя в заблуждение своих последователей и обрекая их на вечное заточение в темнице материального мира. Однако тот, кто следует наставлениям Господа Кришны или Господа Капилы, даже в наши дни может получить высшее благо. В этом стихе особое внимание заслуживает выражение «атмагатим», что в данном случае значит полное постижение Всевышнего. Человек не должен довольствоваться тем, что осознал качественное подобие живого существа и Господа.
Мы должны стараться постичь Господа настолько, насколько позволяют наши ограниченные познавательные способности. Постичь Господа до конца невозможно. На это не способны даже такие освобожденные личности, как Шива и Брахма, не говоря уже о других полубогах и людях материального мира. Тем не менее, следуя принципам, завещанным нам великими преданными, а также наставлениям, которые содержатся в священных писаниях, можно в значительной степени постичь различные качества Господа. Господь Капила, воплощение Бога, подробно рассказал своей матери о личностной форме Господа, благодаря чему она осознала ее и достигла той области Вайкунтха-локи, которой правит Господь Капила. У каждого воплощения Господа есть своя обитель в духовном небе. Следовательно, у Господа Капилы также есть своя планета Вайкунтха. Духовное небо — это не бесформенная пустота. В нем парят бесчисленные планеты Вайкунтхи, и всеми ими правят бесчисленные экспансии Господа. На них обитают чистые преданные, которые ведут там тот же образ жизни, что и Господь вместе со своими вечными спутниками. Когда Господь нисходит в материальный мир сам или является сюда в образе своих полных экспансий, его воплощение называется Амша, Кала, Гуна, Юга и Манвантара. А когда по велению Господа в материальный мир нисходят его спутники, такие воплощения называют Шактявеша. Однако и те, и другие воплощения подробно описаны в авторитетных шастрах, священных писаниях, а не являются плодом воображения какого-нибудь корыстолюбивого авантюриста. Воплощение Господа, относящееся к любой из названных категорий, всегда провозглашает верховную личность Бога высшей истиной. Безличная концепция высшей истины — это не более чем способ очистить форму Господа от наслоений материальных представлений о высшей истине. Живые существа по своей природе также духовны, как и Господь. Единственная разница между ними заключается в том, что Господь всегда остается верховным повелителем. Он вечно чист и никогда не оскверняется гунами материальной природы, тогда как живые существа имеют тенденцию оскверняться материальными гунами благости, страсти и невежества. От осквернения материальными гунами можно полностью избавиться с помощью знания, отречения и преданного служения. Преданное служение Господу — это истина в последней инстанции, и потому те, кто занимается им, не только приобретают необходимые познания в духовной науке, но и утрачивают все материальные привязанности, достигая таким образом полного освобождения и возвращаясь в Царство Бога. Как сказано в Бхагавадгите 14.26, «Мамчайовьябхичарина бхакти-йогина-севате сагунан-самати-тьяйтан». Брахма Бхуя Якалпате. Живое существо может заниматься трансцендентным любовным служением непосредственно личности Бога, Господу Кришне, или таким его полным экспансиям, как Рама и Нарасимха, даже в обусловленном состоянии. Таким образом, по мере совершенствования в трансцендентном преданном служении, преданный сначала поднимается на уровень Брахма-гатим или Атма-гатим, а в конце концов легко достигает Капиласья-гатим, обители Господа. Преданное служение Господу обладает таким сильным дезинфицирующим действием, что способно уничтожить всю материальную инфекцию уже в нынешней жизни преданного. Для того, чтобы достичь полного освобождения, преданному не нужно дожидаться следующего рождения. Хари Кришна. Чаксурмилитанена, тасмай Шри Гураве намаха. Ванчакаупатарубьясча, крипа синдубхаевача, патитанам паванхебхьо, вайшнавебхьо намо намо. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гор Бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Prabhupada is giving quite an elaborate purport here on this verse, which is describing the appearance of Lord Kapila, the son of Devahuti and Kardama Muni. Шрила Прабхупада к этому стиху дает подробный комментарий, в котором описывает воплощение Господа Капилу и каким образом он явился у
своей матери Девахути и своего отца Кардамуни. So Lord Kapila taught the Sankhya philosophy. And the Sankhya philosophy is one of the six philosophical systems which are in the world today. Господь Капила дал нам философию Сангхи, которая представляет собой одну из шести философских ветвей, которые в данный момент присутствуют в нашем мире. The other systems are things like Gautama's logic and Patanjali's yoga and Jaimini Karma Mimamsa. Другие философские направления представляют собой, например, карму-мимамсу или йогу Патанджали или философию Гаутамы. And Srila Vyasadeva's philosophy of Vedanta is also one of the systems. Философия Веданты Шрилы Вьясадевы также представляет собой одну из этих шести систем. It's, the problem comes, however, that there's another incarnation, there's another person called Kapila, and he's also speaking Sankhya philosophy, but he's speaking it in an atheistic, impersonal manner. Проблема заключается в том, что была также и другая личность по имени Капила, который также преподавал философию Сангхи, но делал это в атеистической манере. And the atheist Kapila, he says he his philosophy claims that life comes from light. Life comes from matter. That life is just simply a material combination of elements. И философия атеиста Капилы заключается в том, что жизнь происходит из материи, то есть жизнь возникает в результате комбинации просто материальных элементов. But we don't follow that atheistic Kapila. That atheistic Kapila is popular with materialistic scientists, but it's not the devotional philosophy. И учение этого атеиста Капилы очень популярно среди ученых-материалистов, но мы не следуем его учению, поскольку оно не имеет никакого отношения к преданному служению. Devotional Sankhya philosophy is described in the third canto of the Srimad Bhagavatam. At the end, from chapters 25 up to the end of the third canto, is describing Sankhya philosophy. Философия Сангхи в ключе преданного служения описывается в Шримад-Бхагаватам, в третьей песне с 25 главы до конца третьей песни. And Srila Prabhupada lectured on that 25th chapter, and that's published in a book. There's a book called Teachings of Lord Kapila, which is based on Prabhupada's lectures on the 25th chapter of the third canto. Шрила Прабхупада давал лекции, серию лекций по 25 главе третьей песни Шримад-Бхагаватам, и этот сборник лекций вошел в книгу, которая называется «Учение Господа Капилы», которая как раз и основывается на тех лекциях. So Lord Kapila was the son of Devahuti. His father, Kardama Muni, had taken sannyas. He left after he had, well, first of all, Kardama initially was a brahmachari and he was doing Astanga yoga for 10,000 years, meditating. Итак, Господь Капила был сыном Девахути и мудреца Кардамы. Кардама начал свой путь с уклада брахмачарии, и тогда он занимался аштанга-йогой и пребывал в медитации в течение 10 тысяч лет. Then the personality of Godhead appeared to him and told him that a woman was coming,
and this woman would make him a good wife. So it happened that Manu came with his daughter Devahuti, and he presented his daughter Devahuti to Kardama Muni. И по окончании этой медитации Господь явился к нему в своем образе и сказал, что к нему скоро явится добродетельная девушка, которая станет ему хорошей женой. И в действительности скоро к нему пришел Ману со своей дочерью Девахути. Devahuti came to live in the ashram of Kardama Muni. Together, the two of them did austerities for some time. And then Devahuti asked her husband to give her a child. И Девахути, поселившись вместе с Кардамой Муни в его ашраме, они стали вместе совершать аскезы, и через какое-то время Девахути обратилась к своему супругу с просьбой о том, что она хотела ребенка. So Kardama considered that the condition in which they were living was not suitable for having children. So Kardama arranged for the rejuvenation, he arranged for his wife Devahuti to be rejuvenated, her physical body to be rejuvenated, and he also arranged an aerial mansion which would fly in the sky and could go anywhere. И Кардама Муни решил, что те простые условия, в которых они жили, не подходят для заведения детей, и он решил омолодить тело своей супруги Девахути, и также он построил летающую обитель, в которой они могли перемещаться из одного места на другое. So Devahuti was restored to a beautiful young woman, and her husband and her went together in this aerial mansion, which could fly, and they went to places like Mount Meru, where the demigods go to enjoy. So they enjoyed all of these kind of heavenly places. И таким образом Кардама и его жена Девахути в таком обновленном, молодом, красивом теле на своей летающей обители отправились в места, где обитают полубоги и наслаждаются райскими. So Kardama Muni and Devahuti enjoyed together for some considerable time. And then Devahuti had her children, and she had 9 daughters, 9 girls, and 1 boy. And that 1 boy was an incarnation of God. He was Kapila Muni. И таким образом какое-то значительное время Кардама Муни со своей женой наслаждались райскими в раю, и за этот период у них появилось 9 дочерей и 1 сын. И этот сын был воплощением Господа Капилой. Srila Prabhupada says that couple want to have children, they should have children who are incarnations of God. Or at least they should have children who will not take birth again in the material world. Children who will not be born again? Yeah, this mm-hmm. will be their last life in the material world. Шрила Прабхупада говорил, что если уж заводить детей, то эти дети должны быть либо воплощением Бога, либо они должны, либо нужно обеспечить их такой жизнью, чтобы им не пришлось больше рождаться снова в этом материальном мире. So Devahuti had been told actually previously by Lord Brahma
He had told her that you will have a child who's an incarnation of God. И Девахути прежде Господь Брахма сказал, что у нее будет сын воплощение Господа. So Kardama Muni arranged for his nine daughters to marry nine great sages, and then he left his wife in the care of his son, Lord Kapila. И Кардама Муни организовал своим девяти дочерям свадьбы с великими мудрецами, а сам оставил свою жену на попечение своего сына Капилы и удалился. And Devahuti, when her husband went away and left her, then naturally she was feeling some difficulty because she'd been enjoying, she'd been with her husband and they'd been having quite a bit of sense gratification. But now he'd gone away, he'd renounced everything, and she was left with her son. And so she asked her son, who she knew was an incarnation of God, she asked her son to help her. И Девахути, когда ее супруг оставил ее, удалился от мирских дел и оставил семью, конечно же, пребывала в таком состоянии, что до этого она жила жизнь, которая вполне была полна материальных наслаждений. Она жила со своим супругом, у них были дети и так далее. И когда он И когда супруг удалился, конечно, ей нужна была определенная помощь, и она обратилась за этой помощью к своему сыну, который, как она знала, был воплощением Господа. And then Lord Kapila explained to his mother that she has to change her attachment. Instead of being attached to her husband, she has to develop some attachment for a sadhu, for a holy person. И Капила сказал своей матери, что она должна поменять объект своей привязанности. Сейчас, в данный момент, она привязана к своему мужу, но вместо этого она должна привязаться к святым людям. And he told his mother how attachment for the material is the cause of the greatest bondage. But that same attachment, when it's applied to something spiritual, it can give one liberation. И он объяснил ей, что когда человек привязан к материальному, то эта привязанность сковывает его узами. Но при этом, если человек привяжется к духовным вещам, то это обеспечит ему освобождение. So Lord Kapila spoke to his mother this philosophy of Sankhya, by which you analyze the different elements of the material nature. И далее Господь Капила начал объяснять своей матери философию Санкхи, в которой вы анализируете природу материальных элементов. And then after analyzing the elements of material nature, then you begin to practice Astanga Yoga. А после анализа материальных элементов природы человек начинает практиковать аштанга-йогу. So the philosophy of Sankhya is it's a combination of the analysis of, and the analysis of all the elements, along with the practice of meditation through Astanga Yoga. И философия Сангхи представляет собой комбинацию анализа материальных элементов, материальной природы и практики медитации через аштанга-йогу. So Lord Kapila explained first of all about the different elements of the material nature and how ultimately all these elements, they all have their origin from the Supreme Lord. That everything comes from the Supreme Lord. И Господь Капила начал объяснять природу материальных элементов и объяснил, что в конечном счете все материальные элементы исходят из Верховного Господа, что источником всего является Верховный Господь. And he explains the origin of all the different elements, how they come into existence, and then the subtle body and the different elements of the subtle body.
Он начал объяснять, как появляются различные материальные элементы, как появляются элементы тонкого тела. And he will explain the sense objects also. Объекты чувств. And then by analyzing all of these different elements, you come to understand that there's a supreme soul, which is the living, there's the soul, there's the living entity, and there's also the Paramatma, there's the super soul. И анализируя эти материальные элементы, мы приходим к тому, что за всем этим стоит верховное существо и верховная душа, Параматма. So, because the Sankhya philosophy was spoken in the Satya Yuga, people had a very long duration of life, so they could practice meditation. И поскольку философия Сангхи была поведана в Сатья-югу, когда у людей была очень большая продолжительность жизни, они могли практиковать этот метод медитации. So they. Lord Kapila combines the study of all the different elements with meditation on the super soul. Господь Капила совмещает в своей философии анализ материальных элементов с практикой медитации на сверхдушу. And Lord Kapila, in his teachings, he describes the form of the super soul, all the diff how the super soul is dressed and its appearance and all the different parts of his body, the different limbs. Lord Kapila, in his teaching of Sankhya, he will explain all these things. В своем учении Санки Господь Капила подробно описывает сверхдушу, как она выглядит, как она одета, как выглядят различные части ее тела и так далее. And then he will, Lord Kapila also explains how just simply doing bhakti yoga is good, but you have to get free of the modes of nature. And even though you do bhakti yoga, your bhakti yoga may be influenced by the modes of nature. You may do devotion in the mode of passion, or in the mode of ignorance, or in the mode of goodness, but none of these are pure devotion. И Господь Капила также объясняет, что заниматься практикой бхакти-йоги — это хорошо, но также необходимо избавиться от влияния гун природы, поскольку пока человек находится под их влиянием, бхакти-йога также может осуществляться в одной из этих трех гун. Может быть, бхакти-йога в страсти, невежестве или благости. И ни одно из этих не относится к категории чистого преданного служения. Yes, so it's mentioned in the verse here that Lord Kapila spoke to his mother about self-realization, and in the very lifetime, that same life, she became free of all the modes of material nature and achieved liberation. Как здесь в стихе сказано, что когда Господь Капила поведал своей матери науку самоосознания, она уже в этой жизни полностью очистилась от скверны материальных гун и достигла освобождения. So by the help of Lord Kapila, his mother Devahuti, she became a pure devotee, and she was completely absorbed in thinking of Lord Kapila. И с помощью своего сына Девахути I'm sorry, Guru Maharaj, what was the first part? That she became absorbed in thinking Yes. of Lord Kapila. Yes, and by the help of Kapila, she She could get free from the material nature. С помощью Господа Капила она освободилась от влияния материальной природы и полностью погрузилась в размышления о Господе. So after Lord Kapila had instructed his mother, then Lord Kapila left home. He didn't stay there with his mother. He left her. И когда Господь Капила полностью открыл всю эту науку своей матери,
He Он gave также her оставил дом, он не стал оставаться с матерью. he gave her all the instructions she needed, and then when he saw that she was perfect, then he left home. He left her because he saw she's already perfect. There's no need to stay with her any longer. Он дал ей все необходимые наставления, и когда он увидел, что она достигла совершенства, то он оставил дом, поскольку понимал, что ему нет необходимости оставаться с ней. So she had he had done his duty as a son. He had enlightened his mother. Он выполнил свой долг как сына и просветил свою мать. So Devahuti stayed there in that place, and she was constantly thinking about her son. She was absorbed in thinking of Lord Kapila. Девахути, оставшись на этом месте, погрузилась в размышления о своем сыне, о Господе Капиле. So Devahuti, she actually went on to transform into a river. She became a holy river. And her spirit in her spiritual body, she went to Vaikuntha and she entered into the planet where Lord Kapila resides. И она трансформировалась и стала священной рекой, а сама в своем духовном теле она вошла на планету Капилы, где обитает Господь Капила. So Kapila Muni then went on traveling around, and he eventually made his ashram at the Ganga Sagar, where the Ganges flows into the Indian Ocean. His ashram is there. И Господь Капила продолжил свои странствия и в конце концов обосновался в месте, где Ганга впадает в Индийский океан, и устроил там свой ашрам. Yeah, it's some distance from Calcutta. You can go from Calcutta. You have to take a boat to cross over to get there. Это место находится на каком-то расстоянии от Калькутты, можно оттуда добраться на лодке. We have an ISKCON temple there. It's not fully constructed. The construction is going on. И там даже есть строящийся храм ИСКОН. So it's a very sacred place. Lord Kapila resides there eternally at the Ganga Sagar. Это очень тайное место. Господь Капила вечно обитает там, в Ганга-сагаре. And they have a big festival there every year. Every year in the month of January, just at the end of the year, beginning of the new year, there's a big festival there. Thousands and thousands of people all come there. И каждый год в начале января там проводится большой фестиваль, на который съезжаются тысячи людей. So Lord Kapila's teachings are often confused with the atheist Kapila. И учение Господа Капилы часто путают с учением атеиста Капилы. Very few people actually know that there's a Kapila in our Vedic scripture, in the Bhagavatam. Of course, Srimad Bhagavatam is not very well known. And so Lord Kapila's teachings, they're there in the Bhagavatam. So they're also not very well known. Очень мало людей знает, что есть воплощение Бога Капила, и его философия представлена в Шримад Бхагаватам. Но также и Шримад Бхагаватам не очень широко известно по миру, и поэтому учение Господа Капилы также мало известно. А у кого микрофон включен? Преданный. Какой-то я усвоил. So Srila Prabhupada points out that incarnations of God have to be established on the basis of scripture. Шрила Прабхупада утверждает, что, а точнее делает такой акцент, что воплощение Господа
должно быть подтверждено писаниями. Yeah, incarnations of Godhead have to be verified, and the process of verification is that it will be mentioned in the scriptures, that it will mention the place where he will come, and it will mention also what his activity, what kind of activity he will do. Воплощения Господа должны быть подтверждены на подлинность. И способ этого подтверждения – это как раз найти в шастрах подтверждающую информацию, где будет написано время, место явления этого воплощения и другие подробности. And Prabhupada said, just by following the instructions of either Lord Kapila or Lord Krishna, one can get the highest benefit. In other words, you can get out of, you can get liberation, you can even get love of God. И Шрила Прабхупада говорит, что если просто следовать наставлениям Господа Кришны или Господа Капилы, можно обрести высочайшее благо. И под этим подразумевается освобождение или даже обретение любви к Господу. So, another point made is that we can be liberated in this very lifetime. You don't have to wait for the next life to be liberated. We can be liberated in this very life. И другой важный момент, который здесь затрагивается, это то, что мы можем обрести освобождение уже в этой жизни. Нам не обязательно ждать следующего рождения, чтобы обрести освобождение. And the process of obtaining liberation is to use the body, mind and words in the service of Krishna. И как же обрести освобождение? Это использовать свое тело, ум и речь в служении Кришне. The Vedic scripture said, Ihayasya hare dashi karmana manasagira nikilas 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 patiyavastastu jivan mukta sa uchate. That one can be a jivan mukta, a liberated soul in this lifetime, if he will use the body, mind and words in the service of the Supreme. Человек может стать освобожденным дживан муктой уже в этой жизни, если он задействует свое тело, ум и речь в служении Верховному Господу. Это стих из шастр. So, by practicing the yoga system of Sankhya, one can come to devotional service. И практикуя систему йоги Сангхи, человек может прийти к преданному служению. By cultivating spiritual knowledge like Sankhya, understanding the nature of all the different elements, the nature of the mind and the senses, then one can become detached from all of these things. Развивая философское понимание Сангхи, понимая природу материальных вещей и практикуя йогу, человек может достичь, может избавиться от привязанности к материальному. And even though we're not liberated, we can begin to engage in the service of the Supreme Lord. И даже если он не достигнет освобождения, он может таким образом начать занимать себя в преданном служении. In this verse they speak about attaining Brahmagatim, the Brahmagatim or Atmagatim. And Prabhupada then says it can be also Kapilasya Gatim. I mean, you can go to the abode of Lord Kapila. Здесь в стихе перечисляются такие термины брахмагатим или атмагатим, но Шрила Прабхупада также говорит, что также преданный может достичь капиласья гатим, достичь обители Господа. So even though we are contaminated by the material nature, we can become purified by devotional service.
И несмотря на то, что мы осквернены материальной природой, мы можем очиститься, занимаясь преданным служением. Devotional service can be performed by anyone in any position of life. Преданное служение, преданным служением может заниматься любой человек, находясь в любом положении. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Mamhi parta vai bhashajya yepi su papa yonaya striyo vaishyas tata sudras tepi yanti paramgatim. That even one may be of lower birth, like a woman or a vaishya or a sudra, but still they can attain the supreme destination if they're properly situated. В Бхагавадгите Кришна говорит, что даже люди низкого рождения, женщины, шудры, вайшхи, могут достичь высшей цели жизни, если заниматься служением. So devotional service is possible for everyone. И поэтому преданное служение, оно доступно каждому. But we have to get it. We have to receive that seed of bhakti from the devotee. Но нам нужно получить это семя преданного служения от преданного. So Lord Kapila, he gave that seed of bhakti to his mother Devahuti, and she became a pure devotee. She went back to Godhead. Господь Капила дал такое семя бхакти своей матери, и она стала чистой преданной и вернулась к Богу. Okay, are there any questions? Есть ли вопросы? Так, я вижу вопрос в чате. Харе Кришна, мои поклоны. Спасибо за лекцию. Как такая возвышенная личность, как Кардама Муни, не попросил вернуться домой в духовный мир после того, как увиделся с Господом лицом к лицу. Даже ушел из дома, хотя Господь родился как его сын. There is a question from chat. Hare Krishna, please accept my obeisances. How is it possible that such an elevated soul like Kardama Muni, when he saw the Lord face to face, he didn't ask for the Lord to let him go back to the spiritual world? And why did he leave his home, having personality of Godhead as his son? Yes, good question. Хороший вопрос. Did you translate? Yes, there are two parts. Why didn't he ask for the Lord to let him go back to the spiritual world when he saw him after his meditation? And the second part... Have you translated it? What? The question. Yes. Okay. So, yes. He didn't ask the Lord for anything. He was meditating, he was doing his sadhana, he was practicing his Astanga Yoga. And the Lord appeared to him. And the Lord, because the Lord is omnipresent, he knew what was in the mind of Kardama Muni. He knew that Kardama Muni was thinking that he should have a wife. Кардама Муни ни о чем не просил. Он занимался своей медитацией. И Господь, поскольку он всеведущ, он знал, что на уме у Кардама Муни, и он знал, что Кардама Муни думал о том, что он хотел бы жениться. So the Lord came and told him, he said, yeah, I know your desire. And so there's a suitable girl coming and she will make a nice wife. You should accept her.
И Господь явился перед ним и сказал, что я знаю твои желания, и есть хорошая девушка, и скоро она появится здесь. So, I'm giving class. You have to wait. I'm giving class. So, Kardama Muni, he had that desire in his heart, and he had to meet that desire before he could renounce. But he told his wife, he told the girl, he said that after we have a child, then I will leave and I will renounce. И Кардама Муни, поскольку у него было это желание, ему нужно было выполнить это желание, удовлетворить это желание до того, как он бы отрекся от всего. Но он предупредил свою жену, что после того, как у нас появятся дети, я уйду в отречение. So it happened, the girl came, and so the father left the girl there, and she became the wife of Kardama, and then eventually they had children, and then after the children was born, then Kardama Muni said, "Now I'm going." И так все и случилось. Эта девушка пришла, они стали мужем и женой, у них появились дети. И после этого, когда Мамуни сказал, все, теперь я должен уходить. Now, your second question is, well, why did he leave home? Yes, while having even the personality of Godhead as his Yeah, son. the Lord is there in his home. Why is he leaving home? He's going to find God, he's renouncing, but God is already there in his home. So there's no need to leave home. И вторая часть вопроса, почему он ушел из дома, хотя Господь родился как его сын, действительно может возникнуть такой вопрос, зачем уходить в отречение и искать Бога, если Бог родился в твоем доме как твой сын? But you have to understand there's a need for people to leave home, because without leaving home, you become attached to the home. You're thinking my home, you're thinking my house, my family. So to get you out of the bodily conception, you have to leave home. You may say, well, God is at home, but God is everywhere. He's not only in your home. God is everywhere. Но нужно понять, что такова практика, чтобы избавиться от материальных телесных привязанностей, ему нужно было оставить дом. И можно сказать, ну зачем где-то искать Бога, если Бог у тебя дома? Но при этом Бог, он повсюду, он не только дома. Поэтому для избавления от материальных привязанностей ему нужно было оставить дом. Okay. Спасибо Any большое. other? Yes. She said, thank you very much. So, can we go on to the next question? Yes. Так, Матаджи, кто первый поднимал руку? Мне не видно. Виватишачи, Да, наверное, я. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава Прабхупаде. Вот считается, что женщины неразумны. А почему тогда Господь Капила выбрал свою мать для того, чтобы передать ей это знание? То есть женщину выбрал. Он мог, например, передать его своему отцу. То есть какова была цель его выбора? Почему он выбрал именно женщину для того, чтобы передать это знание? So, Hare Krishna, Adiya Guru Maharaj. Hare Krishna, Adiya devotees. Please accept my humble obeisances and glories to Srila Prabhupada. Women are considered unintelligent. Why did Lord Kapila choose his mother, a woman, to impart knowledge to her? He could have told, for example, his father. And what is the purpose of his choice in that case? Why did he choose his mother, a woman? His mother came to him for help.
Его мать сама обратилась к нему за помощью. The mother was bewildered because her husband had gone away and left her. And so she was thinking, you know, what kind of life is this, you know? And she was just trapped, the whole relationship between man and woman. She wanted to understand properly. She wanted to hear transcendental knowledge. So she asked her son. And she had been told by Brahma that your son will be an incarnation of God. So she approached him for knowledge. Она, Девахути, была в полном смятении, поскольку ее только что оставил супруг, отправясь в отречение, и она остро нуждалась в трансцендентном знании, так как прежде Господь Брахма сказал ей, что ее сын будет воплощением Бога, именно к своему сыну. Так, меня слышно? Именно к своему сыну она обратилась за трансцендентным знанием, которое помогло бы ей преодолеть вот эти материальные страдания от разлуки со своим мужем. We can understand also the potency of the Sankhya knowledge that is very powerful, that even a woman can be greatly enlightened and become a pure devotee and go back to Godhead. И также мы должны понять могущество этой философии Сангхи, что даже женщине она помогла достичь совершенства, стать чистой преданной и вернуться к Богу. So transcendental knowledge is not just for men, it's for women also. And Lord Krishna said in the Bhagavad Gita that they can all achieve perfection. Трансцендентное знание, оно предназначено не только для мужчин, оно предназначено для всех и для женщин тоже. И Господь Кришна в Бхагавад-гите сказал же то, что вот недавно процитировали, что все могут достичь совершенства, если заниматься преданным служением. Women are not the only less intelligent. Men are also less intelligent. И можно сказать, что не только у женщин не хватает разума, у мужчин тоже не хватает разума. In the Kali Yuga, everybody is fallen, all ignorant people. В Кали-югу все люди падшие и невежественные. So it's a nice example to see that even women can also be achieve perfection by the power of transcendental knowledge. Это хороший пример, на котором нам показали, что даже женщины могут достичь совершенства благодаря могуществу трансцендентного знания. Yes. All right, you understand? Thank you very much, Guru Maharaj. Yes, I've understood. Thank you. Okay, any more questions? Yes, we have two more questions. Okay. Раджарани Матаджи. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна преданный. Примите, пожалуйста, смиренные поклоны. Гуру Махарадж, вопрос такой, можно ли подкорректировать вами мою джапу? Переведите, пожалуйста, Матхури Матаджи. Подкорректировать джапу? Так, да, попробуй. Да. Попробуй. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisances. The question is, can you correct my japa? Потому что в лекции Гуру Махарадж говорит, что у нас на джапу должно уходить 2 часа. Даже если мы читаем ее очень быстро, за час, да, все равно мы должны тогда растягивать не 16 читать, а 32. Вот я это сделала. Да, то есть я за 2 часа примерно отчитываю 21 круг, ну, в течение вот нескольких лет. Дотянула до и вот года 4-3, наверное, 21 читаю. Это первый момент. I've heard from your lectures that we should chant our japa 16 rounds for about 2 hours in a day. And if we are chanting too fast, then we have to
increase the amount of rounds and still chant two hours a day. So I chant about 21 round in 2 hours. And it's been for a few years like this. Как бы в этом я удовлетворена, да, что я дотягиваю до стандартов. Но теперь вопрос, а что не хватает времени вот именно 2 часа сидеть, потому что, ну, невежество, потом служение много в утренние часы, в дневные, там, дом, какие-то дела. И получается час, ну, может быть, с небольшим у меня получается отсидеть джапу, а потом ее читаешь уже между, там, магазин, от храма до дома, от дома до храма. И вот это мне тревожит внутри. Подойдет ли такой вариант? Или надо все равно, вот как Гуру Махарадж скажет, или все равно вот надо еще 1 час добивать, вот, чтобы только джапа, а не какие-то походы туда-сюда между делом. Спасибо. And I am satisfied by this amount of rounds, but I cannot sit all this time. I can sit only 1 hour chanting japa, and then I just rush into my daily businesses and chant japa, you know, while I do something else. So what am I about to do? Should I just sit all these 2 hours, and is it all right if I chant japa while doing something else? Because some of my ignorance just doesn't let me to sit all this time. Well, сейчас, 1 минут, Гуру Махарадж. И там Лила, Мадхури Лила, надо скажите, что это как бы, я сосредоточена, да, но не только я могу сидеть, я и хожу, например, этот час или сижу, то есть, ну, остальные час уже как бы между делами, вот это вы донесли, да? Что вы, а вы в смысле, когда вы делаете какие-то дела, вы тоже сосредоточены на джапе? Ну, когда иду, например, от машины до храма, я все равно слушаю, не по сторонам смотрю. То есть, и меня это мучает, что я все равно между делом. Ну, как бы это же не просто ходить туда-сюда, туда-сюда, а ты же идешь в магазин, например, от магазина до машины, это же, это уже не то, как бы. Вот так вот, вот этот смысл. Спасибо. And so I chant, I can chant japa when I, for example, go to a shop or go to my car or driving in car. So I try to concentrate, but still, is it okay? Not really. No, it's okay. It's not the best chanting. I'm sorry, Guru Maharaj. What is it? It's not the best chanting. If you're doing other things at the same time as chanting, it means you're not giving your whole attention to the holy name. Не очень хорошо, когда вы совмещаете джапу еще с чем-либо, потому что тогда вы не отдаете полное свое внимание святым именам. And you say you can only sit for 1 hour, you should be able to sit for longer. И вы говорите, что можете высидеть только час, но нужно, ну, натренировать способность сидеть дольше. You just have to curb your restless mind. Нужно поймать свой беспокойный ум. And put your full concentration into hearing when you chant the holy name. И все свое внимание, всю свою концентрацию направить на слушание, пока вы произносите святые имена. It might do you good also to listen to a recording of your own japa. Может еще принести пользу, если вы запишете свою джапу и потом послушаете. Because you're chanting so fast, I wonder how much you're chanting, how much, how, I wonder if you're actually chanting the whole mantra. Потому что вы читаете очень много в единицу времени, и у меня вопрос, произносите ли вы полностью всю мантру? You might be missing out some names from the mantra. I don't know. Возможно, вы
пропускаете какие-то имена, ну, какие-то части мантры, не произносите. Anyway, you want to do your, it's good. You're chanting 2 hours of chant, and you know you can chant more. 2 hours is like minimum chanting. You can chant more, so you're chanting 21 rounds in 2 hours. Okay, good. You can chant more rounds every day. Ну, в целом это хорошо, что вы читаете 2 часа, и вы можете читать больше. Если вы вычитываете 21 круг за 2 часа, можете больше читать каждый день. Good, you're thinking how to improve your japa. That's very nice. И очень хорошо. If we're thinking my japa is good, then that's not very good. That's not very good. Очень хорошо, что вы думаете над тем, как улучшить свою джапу. Если вы думаете, что я хорошо читаю джапу, вот это не очень хорошо. Should always be thinking how to chant more and how to chant with more attention, more feeling for Krishna. Мы всегда должны думать о том, как нам читать больше джапы и как читать более внимательно и как читать с большим чувством Кришне. Окей. Еще можно вопрос? А что якобы джапу, когда читаю, я на вдохе, на выдохе тоже читаю. То есть за счет этого у меня увеличивается скорость. Ну, я не делаю так на грешнах. Ну, а туда-сюда, то есть нету вдоха и выдоха. А вот за счет этого как бы увеличивается скорость. Можете это сказать? Так, сейчас, секунду. She just keeps chanting while breathing in and breathing out. And thus it helps her to, you know, increase the speed of chanting. Oh, she's concentrating on her breathing. Так вы получается, сосредотачиваетесь на дыхании? Нет, я сосредоточусь на звуке, а дыхание, оно идет и все. И идет. No, she says that she is concentrating on the sound, but this breathing just helps to not stop, just chanting without stop. Okay. Good. Хорошо. So, yeah, Хорошо. but remember our chanting should be done with calling, like a child calling for the parent, you know. There should be some feeling there. Ну, помните, что вообще наше воспевание, оно должно быть как зов ребенка к родителю. То есть там должно быть еще чувство, эмоции. Чувство, то есть. It should not be mechanical. Оно не должно быть механичным, механистичным. А вот тут вопрос. Это чувство ребенка, оно должно прям хорея, там прям плакать, хорея кричать, или это внутреннее больше, внутренний позыв, а внешний ты как будто механистически читаешь, но внутри такой вот прорыв, как внутри это, внутреннее сердце ноет, скажем, при джапе. Все. Ну, иногда тоже есть такое, что ты замедляешься, там, Харе Кришна, Харе, есть такое иногда, но в основном быстро, 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 но внутри вот эта эмоция, она внутри. Что-то нормально? Спасибо. Can you explain a little bit more about this feeling of a child to his parents? So, should it be like externally when we cry out Hare Krishna, or it should be just internally that we are crying in our heart, but externally it can seem that we chant like mechanically. Yeah, it should be really both. You know, the internal, the feeling of the heart is important. That in your certainly internally that you're feeling the longing, that you're feeling the desire to be with the Lord, that we're separate from the Lord and we have a desire
We want to see the Lord. We want the Lord to come, to appear. Должно быть и то, и то. Внутренняя часть очень важна. То есть действительно мы в своем сердце должны чувствовать разлуку и должны чувствовать желание увидеться, ну, как, чтобы Господь пришел. И это очень важно именно внутри иметь такое желание, чтобы Господь появился. So if the internal feeling is there, then it will also manifest externally. The chanting will become more emotional, more, it will be louder and with more longing. Но если у вас внутри это чувство, то внешне оно тоже проявится, поскольку вы будете тогда воспевать именно с таким зовом, то есть ваше воспевание будет тогда более эмоциональным и громким. The price of our perfection is that we will cry for Krishna. Цена нашего совершенства — это плач по Кришне. And so, you know, you brought up children. You know what children are like and how they will cry when they want something. У вас есть дети. Вы знаете, как это вообще происходит, и как они плачут, когда они чего-то хотят. So we should also develop that kind of mood that we're crying for Krishna. We want Krishna. И мы тоже должны развить это настроение по отношению к Кришне и плакать по Кришне. We want to cultivate that mood, the longing for Krishna, feel the separation from Krishna. Нам нужно развить это настроение разлуки и разлуки с Кришной, страстного желания. That is the mood of the gopis. That is the mood of Lord Chaitanya. Это настроение гопи. Это настроение Господа Чайтани. We're thinking, where is Krishna? When will he come? Мы думаем, где Кришна? Когда он придет? Okay. Спасибо большое. Хари Кришна. Еще Гуру Махарадж, тогда вот такой вопрос. Если мы будем читать джапы чересчур медленно, вот это Хари Кришна и Хари, вот это ж, сколько часов там надо на 16 кругов тогда будет? Может, там покороче 8 кругов этот бусин? Ну, вот где вот 8 больших бусин, их акцент делать, а потом все быстро. Так пойдет сначала вот. Спасибо. Если слишком растягивать, вы сказали? Да, но если ты с чувством будешь читать, как ребенок, ты будешь медленно читать. Да. So if we chant with feeling, then it is possible that we just, you know, too much slow down in our chanting, and then it takes many hours to chant 16 rounds. So maybe we should chant the first 8. You know, the first 8 mantras in every round, like this, slowly and emotionally, and then just finish the round with fast chanting. Тренироваться так пока. Just to practice like that, maybe. That's a very mechanical approach, you know. That's very much. You're making everything like, you know, a ritual. There's no feeling in their heart for the devotion of Krishna. You know, you're just thinking, but oh, I have to chant 16 rounds. Okay, so 8 fast and 8 slow. You know, it's not like that. What we want, what we have to do is cultivate love for Krishna. Doesn't matter how long it takes you and how many rounds you chant, whatever. You want to develop a more spontaneous mood towards devotion to Krishna.
Но вот такой подход, он очень механистичный, и он сделает вашу джапу просто ритуалом, что 8 быстро, 8 медленно и так далее. Таким образом вы не разовьете ни любовь, ни чувства. Наша цель, она состоит в том, чтобы развить любовь к Богу, развить спонтанную любовь, развить преданность. И наша цель, она не заключается в том, чтобы вычитать 16 кругов как-то, а нам нужно развить привязанность к святому имени. Поэтому мы сосредотачиваемся на том, чтобы воспевать с чувством, а не там сколько-то кругов каким-то образом. Спасибо. Буду медитировать. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо. Hare Krishna. Okay, any other question? Yes, a question from Hladini Mataji and also one question from chat. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Так, лишь бы меня не выкинуло. Примите поклоны, пожалуйста. Все слава Шрили Прабхупаде. Спасибо за лекцию. Вот я хотела уточнить такой момент, что вы сказали нам занимать ум, речь, тело в служении Господу. И вот такой вопрос, что тело тебя как ограничивает в служении. То ему поспать, то поесть, то полежать, то еще что-то. То есть очень много чему-то возникает у него каких-то вещей, которые иногда мешают. Вот. И каким образом можно справиться с телом? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you for the class. The question is, you mentioned that we should engage our body, mind and words in the service of the Lord, but our body is a great source of limits for the service, because we often have to sleep or eat or something. So the body has many different needs, and how как, именно вопрос ваш как звучал? Как мы можем что? Ну, как мы можем справиться с телом? Потому что иногда, ну, ты не можешь с ним справиться. Ну, как сильнее тебя получается тело. So how can we conquer our body? Because often the demands of our body are stronger than our desire to serve. Well, the body is very important for us. I mean, without the physical body, you have a difficult time to do service to Krishna. Ну, тело очень важно для нас, и без тела мы в целом не сможем служить Кришне. Yeah. Prabhupada said, we have to make the best of a bad bargain. We've accepted a material body. Yes, it has problems, but we have to use it for the service of Krishna. Somehow or other, we have to get over all the obstacles and the problems of the body and use it in a positive manner for Krishna's pleasure. Шрила Прабхупада говорил, что нужно извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. Да, мы получили материальное тело, это проблема, и у тела действительно много потребностей, и мы сталкиваемся с многими препятствиями, различными проблемами, которыми нас награждает наше тело, но тем не менее мы должны его задействовать в позитивном ключе и в служении Кришне. Look at the ghost. The ghost has no gross body. They only have a subtle body. So they're in great problem. They have a great problem because they have no body. They try to possess someone just to get a body. Because without the body, you cannot enjoy, you cannot do anything. Вот посмотрите, например, на духов. У них есть только тонкое тело, а нет грубого тела. И это доставляет им такие страдания. Они пытаются завладеть чьим-то телом, лишь бы у них было тело, и чтобы у них была возможность наслаждаться. So we should think we're lucky to have a body.
You're lamenting, oh, I have a body, I have a body. But if you didn't have a body, then you have really big problems. Поэтому мы должны радоваться тому, что у нас есть тело. Не скорбите, что у вас есть тело. То есть вы скорбите, что у вас есть тело, а на самом деле это такой... Скажите, вот это... Так, а вот микрофон выключите, пожалуйста. Это подарок иметь материальное тело и иметь возможность таким образом служить. You have to spiritualize your body. And the way to spiritualize your body is by using it in Krishna's service. Нам нужно одухотворить свое тело, и как его одухотворить, это занимать его в служении Кришне. Okay. Ответили на вопрос? Да, и получается, что Кришна, как он приведет к тому служению, которое вот ты можешь конкретно делать, потому что, может быть, ты хотел бы одно делать, а ты, допустим, не можешь. И получается, что со временем будет понятно, как тебе лучше занять, ну, вот то, что у тебя есть в служении. Так получается. So, is it correct that in some course of time, Krishna will lead us to the type of service which we can make? Because now we want to do some service but cannot. So, is it true that Krishna will give us the most appropriate service in due course of time? Yeah, well, you have to be sincere. You have to really want to serve. Нужно быть для этого искренним и по-настоящему хотеть служить. But if we're thinking, oh, I don't want that service, oh, I'm not going to do that service, oh, we'll do whatever service is available. Если мы думаем, ну вот это служение я не хочу, вот это служение я тоже не хочу, нам нужно делать то служение, которое нам сейчас доступно. Krishna doesn't see any difference between who's sleeping, who's sweeping the floor, and who's offering the arti. Кришна, для Кришны нет разницы между тем, кто моет пол, и тем, кто проводит пуджу. Mm-hmm. Okay. Спасибо, Хари Кришна. Thank you. So, Guru Maharaj, do we have time for more questions? There are How many more? Two questions now. Okay, last two. Так, сейчас вопрос из чата, он тут уже давно висит. Я прочитаю сначала на русском. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Господь Капила... Господь Капила дал своей матери наставление привязаться к святым вместо своего мужа. И Кардама Муни — это чистый преданный сам по себе. И если женщина получает в мужья чистого преданного, она тоже получает освобождение вместе с мужем. Многие женщины в нашем обществе замужем за непреданными. И так. И у них тяжелая ответственность заниматься своим собственным освобождением и своей семьи. И это большой вызов. С одной стороны, для женщин проще прогрессировать в духовной жизни, поскольку они... поскольку от них не ожидается работать и зарабатывать. Но так. Так, да, с одной стороны, для женщин проще прогрессировать в духовной жизни, потому что им не нужно работать и зарабатывать. И таким образом они могут посвящать больше времени преданному служению. Так ли это? So, the question... He wrote a whole essay. He wrote a whole essay. It's not
a question. What? It's a very long question. Yes, in English it's shorter. I was just translating from English, it was a bit difficult. So, Guru Maharaj, can I read it in English? Yes. Hare Krishna Guru Maharaj, Lord Kapila instructed his mother to be attached to the saints instead of her husband. Kardama Muni is a pure devotee himself, and if a woman gets a pure devotee as her husband, then is she also delivered along with the husband? Many women in our society have non-devotee husbands, and they have the heavy responsibility to deliver herself and the family and it's very challenging. In one way, it's easier for women to advance in spiritual life because they are not expected to work to get income for the family, and thus she can use her time in devotional services. Is it right? Thank you. Well, yeah, you're very lucky if you don't need to work. Most women in the world today are working. But if your husband is willing to let you stay at home and just take care of the house, you're very fortunate. And yes, you can just become Krishna conscious. Если вам не нужно работать, то это, конечно, большое везение, потому что большинство женщин в современном мире работают. Но если вам не нужно, и если ваш муж позволяет вам просто находиться дома, заниматься домашним хозяйством, то, конечно, тогда используйте время для преданного служения. Well, yeah, most yeah, we do have many ladies whose husbands are not devotees, so yes, it's a challenge for them to practice Krishna consciousness because often the husband may not be favorable. И действительно, у нас много женщин, которые замужем за непреданными, и действительно сложно практиковать преднаслужение в таких условиях, поскольку зачастую муж не благосклонен к этому. The husband often wants to eat non-vegetarian food, and the wife is supposed to cook for him. That's a problem. Часто бывает, что такой муж не вегетарианец, а жене приходится для него готовить, и это проблема. Well, but this is karma. You marry a man who's a meat eater, and then later on you decide you want to be a vegetarian. But the man doesn't want to be a vegetarian. So, you know, it's your karma. You married the man, you accepted the man for a husband. So you have to accept his nature and his character. Ну, такова карма. Если вы вышли замуж за этого человека, вы приняли его с его характером, его особенностями, и позже вы стали вегетарианкой, а он нет, ну, это ваша карма, нужно принять вот это положение. We don't find disciplined men very easily. We don't find men who are disciplined, who are willing to be vegetarian and practice sense control. So these problems are there for women. Не так легко найти мужчину, который бы был так дисциплинирован, хотел контролировать свои чувства, хотел быть вегетарианцем. Поэтому, конечно, для женщин это большая проблема. But as you say, often some happen. The woman doesn't need to go to work because the woman's at home and she has children. She has to take care of the children. She has to cook and clean the house. And so in this way, she can cultivate Krishna consciousness more easily. Но, конечно, как вы говорите, если единственной задачей женщины является вести домашнее хозяйство и заботиться о детях, а работать не нужно, то в таких условиях проще развивать преданное служение, сознание Кришны. Okay. Так, я еще видела вопрос от Александра. Александр, вы еще здесь? Да, Хари Кришна, ваше святейшество, дорогие преданные, пожалуйста, примите поклоны. Вопрос про взросление в духовной жизни. Этот процесс идет
как-то естественным образом? Или его как-то можно ускорить? Или все идет, как идет? И второй вопрос. Иногда такое бывает, что ты... ну, у тебя какие-то планы, какие-то что-то там, а нарушается. И такое ощущение, что уже все, что особо надежды на что-то лучшее не будет. Ну, либо общаешься вот с преданными, у которых уже жизнь подходит к концу. Вот это вот настроение такое, это тамагуна, либо это реальная оценка жизни без прикрас. Ну, когда каких-то там вот надежды, их уже особо нет. Я не знаю, я что-то смог сказать, нет? Давайте ну, почистим. На мирскую какую-то, ну, что-то там в миру устроится как-то, чтобы что-то тут сложилось. Так, давайте первую часть. Могу перевести как прогресс или именно взросление? Да. Лучше взросление. Так, значит, должно быть сам по себе или можно как-то ускорить, да? Да-да. The first part of the question is about getting adult, getting mature in devotional service. Is it a natural process and we should just accept it as it goes, or we can somehow or other make it more fast? Get about getting mature, getting more adult in devotional service. Well, I'd like to know more about what he means by mature. Что вы подразумеваете под взрослением? Does he mean independent? Just like a child is mature, they become independent, they don't depend on their mother and father anymore. Есть, например, взросление, когда ребенок взрослеет и становится независимым. So a mature devotee is independent, he doesn't depend on anybody, he just does his own thing. Взрослеющий, вот так, в таком ключе взрослеющий ребенок, он становится независимым. So mature can be understood in different ways. Mature, can, if you're mature, means you've understood the philosophy of Krishna consciousness, and you're able to bring people to Krishna consciousness, and you're able to take care of them and help them advance in Krishna consciousness. You're able to give Krishna consciousness to others. So that's a maturity. Yeah, that's very nice. Если же вы имеете в виду под взрослостью способность давать людям, другим людям сознание Кришны, заботиться о них в сознании Кришны, помогать им развивать это сознание Кришны, то вот это уже да, это хорошее качество. Okay. So his question was, do we have to speed up this process somehow? Or it's just, you know, as it goes. It's natural, yes. It's going to vary for different people. But like I said, it depends what you understand mature means. What does it mean to be mature? Mm-hmm. And it depends also on the place you're in. Some places you're encouraged to be more mature, and some places they don't want you to become mature. They want to keep you submissive and under control. They want to keep you a child. То есть еще раз, все-таки это зависит от того, что вы понимаете под взрослением. Это также зависит от... Вообще, это естественный процесс. Но также зависит от места, в котором вы находитесь, потому что в некоторых местах люди, наоборот, хотят, чтобы вы были ребенком, и, так сказать, вас было легче контролировать. Гурумрадж, he also
asked a second part of question. Yeah. It was about when he is associating with some devotees who are in the who are coming to the end of their life, he is feeling, you know, something like destroyment of all the hopes. So, you know, his hope for. Yes? He's losing his, he's feeling no hope. Yes. So the question was, is it some ignorance? Or why does this feeling come? Well, that feeling will come if you're in the bodily concept of life. But if you're in spiritual consciousness and your body's coming to the end, then you'll be more optimistic about the future. Вторая часть вашего вопроса, когда вы сказали, что там особенно вот, когда общаетесь с преданными, которые где-то подходят к концу жизни, и в целом вот это ощущение крушения надежд, оно приходит, когда человек находится в телесной концепции. Если же вы не в телесной концепции, то наоборот вы чувствуете оптимизм. We give up the old diseased body to get a new body. We can serve Krishna better in the new body because our bodies become old and frail and diseased. We're not able to use it so well. But when we get the new body, we can do better service for Krishna. Когда человеку уже приходит пора оставить тело, мы оставляем наше старое больное тело и получаем новое, молодое, полное сил, в котором еще лучше можно будет служить Кришне. Окей. Спасибо. Примите мой поклон. Окей, so we'll stop here today. Thank you, Mathurilil. Hare Krishna Guru. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Спасибо, преданный Хари Кришна. Спасибо большое, Хари Кришна. Хари Кришна, спасибо вам за перевод.